17 сентября, вечер, день освобождения Брянщины, город Жуковка. Ни концерта, ни салюта, ни людей. Такой великий праздник ветеранов, их потомков, всех защитников Родины. Но в Жуковке тишина, покой, ничего. Вообще, после прихода нового руководства центрального образования, хоть кто-нибудь помнит какой-нибудь праздник, день города, хотя бы один прошел или нет, другие праздники. Или жители Жуковки такие, что недостойны праздников. Должны работать, а праздниками не положено. Сами знаете, что праздники прошли и в поселке Страсна, день поселка, и в Сельцо, и в Жирятино, и даже в Москве. Но только не в Жуковке, где после прихода нового руководства все ходят хмурые, унылые, на лицах радости никого не видишь. Вот до чего довели район. Как мы видим сами, ни салюта, ни концерта. 17 сентября. Вот 17 сентября. Тишина. Ни людей, ни праздника, ни салюта. Ну что ж, как вы считаете, жители нашего района, вы недостойны праздников? Что, давайте почитаем, что в соцсетях люди думают о отсутствии праздников, о новом руководстве муниципального округа, о ситуации в городе. И приведем пример, как раньше праздновали эти праздники. Давайте посмотрим.